Добрый день, Полтава. Здоровайся, Лизунь. Добрый вечер. Значит, у нас есть такая вещь. У Лизы есть одноклассница, расскажи историю. Одноклассница, которая очень сильно заболела. Это ее сестра заболела? Да. Как зовут девочку? Аня. Аня, фамилия? Дашко. Аня Дашко. Аня Дашко очень заболела, и большинство из вас отлично видят, что мы переживаем с Лизаветой. И ну, собираем, помогаем, чем можем, вот так скажем. Дальше рассказывай. У нас есть два билета до Океан Эльзы, которые подарили нам друзья. Внизу в комментариях вы напишите суммы, которые вы предлагаете. Самая большая сумма... Ну, тот, кто напишет самую большую сумму, кто предлагает, папа с этим человеком связывается, вы наговариваетесь в каком-то месте, встретиться и встречаетесь, отдаете деньги, помогаем. Итак, помогаем. Итак, Лиза, что хотела объяснить? Организовываем аукцион, запускаем аукцион. Лот у нас один, это в него входит два билета на Океан Эльзы. Концерт состоится 7.06.2017 на стадионе Ворскла. Подводить результаты аукциона будем во вторник, 6 июня, в обед. Где-то часа в 12 мы подведем итоги, кто сколько нам предложил денег. Но я думаю, в комментах нам всем будет удобно увидеть, как это все происходит. Да? Каждый будет видеть прозрачно, сколько предложено, и будем идти по вот такому пути. Все деньги, все до копейки, те, которые мы, нам удастся получить за эти билеты, мы отправим Анечке. Ребенку 4 года. Почему мы это делаем, вы уже поняли, да? Ребенок заболел, это неожиданно все. Любая болезнь, она неожиданна. Здесь онко. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Пытаемся, чем можем. Итак, еще раз. Один лот, состоящий из двух билетов. Вперед. Вперед. Делаем видео и запускаем. И в комментах на моей личной странице чих-чих-чих. Пошли, будем искать. Будем ждать ваших предложений. Хочешь помочь Анечке? Пожалуйста. И при этом еще получи вот такой подарок. Бонус. Да, подарок. Всем пока-пока. Мы ждем ваших предложений. До свидания.